О судьбе беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока разделил Европу на два лагеря. В Старом Свете прошли массовые акции за и против тех, кто приехал в поисках убежища. Поддержать беженцев вышли тысячи активистов в Лиссабоне и Лондоне. В британской столице к горожанам присоединился новый лидер лейбористской партии. Саму демонстрацию назвали маршем солидарности. Подобную акцию организовали и в центре Варшавы. А на окраине города собрались те, кто скандировал, что сегодняшние беженцы завтра превратятся в террористов. В Братиславе лозунг «Откройте ваши сердца» и «Словакия для словаков» на митингах соседствовали.